Анастасия Бобровская. Дима, привет! Будь вас, дорогие друзья! А ведь мы могли бы отметить Диму еще более громкими аплодисментами! Есть группа нас на счастье! Давайте посмотрим! Давайте используйте для этого свои ладоши! Он никогда не останавливается на носиху там, и все так. Лучше, чем просто поиграть со своим тренером, когда рядом такой благодарный зритель! Дима, ты сегодня... Что опять происходит? Дима, хватит поясничать! Ну, это же красиво! Дима, ну сколько можно? Вы посмотрите, наш артист осознал свою вину и просит прощения. Я думаю, за такое образцовое поведение Дима настроен громких аплодисментов. Мы с вами выяснили, что наш артист очень любит потанцевать. Галантный кавалер и истинный джентльмен.
лучшие друзья. А ведь они ничего не требуют от нас взамен. Хотя после общения с дельфинами у человека улучшается настроение, повышается работоспособность, исчезает чувство апатии, агрессии, усталости. Но вы знаете, природа очень щедро одарила дельфинов, и есть у них одно потрясающее свойство – дарить людям радость. И сегодня эту радость вам подарят наши дельфины и их тренеры! Для вас самые головокружительные и самые захватывающие номера в исполнении наших артистов. И сейчас все ваше внимание к центру бассейна. Давайте знакомиться поближе. Сегодня для вас выступают дельфины Аполлины, Радуга, Джулия, Мидори, Доша, Барселона, Вита и Гаврюша. Встречайте их громом аплодисментов! Нашим артистам самыми громкими аплодисментами. Центру Пластина. А по старой доброй традиции свои выступления наши любимые всегда открывают сами. Спасибо, Гаврюша. Теперь мы можем начинать. Дельфина чистенько останавливают с детьми. И ведь друзья очень любят они поиграть. И сегодня мы всех вас приглашаем повеселиться вместе с нами. От души! Высоко в небеса и созерцать морские просторы с высоты птичьего полета. Наши дельфины устремляются к солнцу навстречу своей мечте. Мячки поменьше, мячки побольше. Пришло время самых больших, самых любимых игрушек. Размер игрушек возрастает громкость ваших оваций. Браво нашим вокалистам!
говорит громкости на нашей дискотеке, напрямую зависит от вас, дорогие друзья. Так, давайте это сделаем погромче. Одесса, мама. Одесса, мама. Наши танцы продолжаются, когда дельфины спешат зажигательный ритм лампады. Они просто не могут устоять на месте. Кто бы подумал, но лампада в исполнении дельфинов. Ваш
ваше внимание, кольца на бассейном.
Сомали, дельфины, аполины, с ними тренеры одесского дельфинария «Немо».